один, играю в Blade & Soul. Не китайский, наша рушка, наша градка добрая, старая. А почему не китайский? Ну, потому что на Китае пинг за 300, ну и там скучно, там, собственно, кроме что, разве что белых гор, ничего такого нет. Но, давайте не об этом. Решил я вернуться на фришку, чтобы все-таки докачать свою саму тень, доделать. Тут у меня уже будет 1000 голды, еще чуть-чуть, у меня будет в нем тень. А сегодня мы пойдем на фраки. Сначала мы расставим скиллы под PvP. Можете тоже на свой лосончик также поставить, в принципе, очень неплохой билд. Вот. И вот это вот так. Так, ну все, мы готовы. Вот, собственно, по БНС как бы видео выходит редко, потому что, ну, фраки как бы это... Я, честно, делаю ночью, когда я не могу громко говорить, по понятным, надеюсь, причинам. И поэтому фраки редко я показываю вам, но вот сегодня решил сделать их днем. И я думаю, что будет весело. Тем более, что днем народу больше. Но что касается Китая, ну, как бы пинг и отсутствие общения. То есть там скучно, реально. Поэтому пока я решил на Китае не играть. Тем более, чтобы на Китае, скажем так, плюс-минус нормально играть, нужно C2. Легендарку сраную. А там C1-то благую не очень-то сделаешь. Так, ну что у нас тут? Возьмем квесты. Зола! Суря мочал до шансы. Кого? И посмотрим, что у нас тут есть. Так, просто не взяли. Судя по всему, канал наш, поэтому тут вряд ли мы что-то охотим. Нет, вон там 20 тысяч хп это. Не, падали мы не питаемся. Те вот боссы. Ты шо, блядь? Ты посмотри! Ёбаный БМ! Символ. Свой ссаный цветочек поставить решил. Так, а вот и кот. Охуел. Ты пидорас, блядь. Не-не-не-не-не, народ. Кот и секира тенью — это перебор. Иди нахуй. Иди нахуй. Как бы я все понимаю, но вот теперь можно поговорить. Как лох, ничего не говорите. Проебал все, что можно было. Вот этот вот это, блядь, блядок. Дай сюда. Да, блядь, я не кота. Сука.
как бы... Не, неделя-то... Я думаю, мне не будет сделать. О-о-о-о-о, так, надо подсосать его. О-моё. Пидор, блять, БМ, ёбаный, нахуй. Сука. Стой, ты. Это раковый кот. А я думал, это тот с 25 хп. Конечно, ЛСМу нужна тень. Так, вижу цель. Просто отсосал. Ну, 15 тысяч хп, блядь, это... Как бы... Хотя все равно бомбу больше 20 не выносит. Если 25 хп бомбу кинуть, она ему там снесет чуть-чуть. Опа, вижу пидора. Хуй с тенью. Отлично. Ну, ладно, пати. Блять, ну вот котов скилловых трудно уебать. Хоть их и понерфили, но все равно. Давай, блядь. Сука, ебаная чучела. Упади. Двадцать семь кхп. А, его ебали, кроме меня. А вот и секира наша. Что вы с ним делаете? Да ну, народ, ну чё это такое? О, кот. Это, блядь. Хуево. Где он, нахуй? А, ещё один. Так, тихо. Да иди нахуй. Ой, я говно, сука. На. Ты зря, конечно. Да, блядь, что, сука, с... Тут ебаной камерой. ТП мало, не будет второй раз.
Да, блядь. Нахуй иди. Сука. Всё, ты поиграла. Или не поиграла? Я поиграла. Много недооценил я тварей. Не ожидал, что они меня так убьют. Так. Элитка, где элитка? А. Тихо. Пидор. Сука, ты... Блять, да ты... Ёбаный КФМ, ты что? Сука, пиздец! Блять! Не, ну это что такое? Пидорас тупой, сука. Хуйло, блядь, с своими станами ебаными, блядь. Выродок, сука, ебаный, нахуй. Пиздец, блядь, ну... Просто нет слов, сука. Ебаный КФМ меня ушатал. Тупой рак вонючий, блядь. Патик каких-то пидорасов, блин. Так. Бледокот. Да, прыгнуть, что ли? Ну, вот стыщ, не такой. Ладно. Да ёбаный ты, сука, нахуй. Как я ненавижу, нахуй, этот баг ебаный. Найдёду вейман джиши, уфа сёли гай учи. Мне бы того КФМа ебнуть. Ага, ага. Ну! Блять, КФМ, ты уёбок тупой. Просто чмо. Где этот ссаный КФМ? Где он, блядь, ёбаный дуреток? Кот с фрагом. А вот он. Блядь, не с боя. Боих не могу. Я... Это, блядь... Блять, ебаный КФМ. Сука. Хуесос. Блять, чист, сука, нету, чтобы его
пропердолить. Сейчас меня отъебут. Сука ёбаная. Давай. Ну, как бы 10 мы сделали, но попутно все равно, я думаю, убивать их не грех, надо будет еле сделать. Или, блядь, чоля. Саново. Ну, чоля, кстати, сложнее сделать, чем 10 качей, потому что если там кто-то есть, то тебя будут нападать. Ёбок. 收到了新信件哦, 请在任务快捷栏中点击标题. Пушка, да, пушка у меня говно. Пушка у меня обычная лоховская лаба. Тут ничего хорошего не имеет. Сбежи. Вот тут недоточенное все. Не, ну как КФМ, ссаный кусок дна смог меня отпустить? Еще амулеты кончились. Кстати, вчера совершенно, ну, поменял монеты случайно, эти вот серебряные, и выпало 2 золотых монеты с сундука. Вот бы раньше они мне так выпадали, когда я на легендар вступил. Вот. Еще один нужен. Вот что это, блядь, такое, сука, не лагай. Давайте. Продадим.
пиздец теперь. Точи нахуй. Ненавижу этих мобов со щитом. Хорошо, что нет в игре класса со щитом. Так, останется мне только поцов освободить и убить Кичоля. И все время его с елем путаю по старой привычке, ничего не отошел. То, что когда-то я был в Ханчоне. Но! Какая штука, даже мобы сильные, это чмо. Так, ну там, кстати, элитка появляется, значит, наши там не подавят. Да, тут не все так просто, да, оказалось. Видели? Ёбаный кот. Данные. А, меня слепили? Офигенно. Tap to win. И все-таки 27 кхп помогает. Не всегда, но помогает. Ладно. Так, мне вот поц нужен. Да. Видите, это сука стим ебаный, блядь. Это этого хуйла проделки. Где там этот ебаный щель? А, вот он. Ладно.
она все равно. Блять, меня кот трахает, но сильно убить это святое. Всегда убивайте сильно. Убить сильно — это ваша основная задача. Говно какое-то зеленое. Посмотри, посмотри вот на это говно. Видите, как сап нагибает? Мобов, правда, все равно нагибает. Кот сдох, что ли? А, и кот сдох. Ну, смотрите, просто шикарный перс. Этот вот выродок. Слабый, правда. Так, а тем не менее, мы выполнили все квесты в лесу. И, наверное, надо бы на пляж. Хотя, конечно, можно еще красных поубивать. Но тут особо-то красных нет. Да, вы знаете, что именно зерк такой страшный. Так, это будет квесты. На пляже, конечно, ну хотя на пляже тоже можно до кого-то доебаться. Ну, пляж — это такое место. А, кстати, насчет тени. Тень я хочу купить. Морфит самому, как бы я думал, но на это надо, наверное, побольше золота, и я все-таки думаю, что проще будет ее купить. Она стоит там 1300-1400. Ого. Это что было? О, уёбки, няшку убили. Ах ты говно. А тебе эти поцы далеко. Да? Дерьма кусок ты. Это я зря. Надо уходить. Нет, надо драться. Так, вчера встала. БМ тоже. Ты ж не убьёшь меня, блядь, с фул хп, выродок. Конченый, блядь. Убью. Хуйлан, ты, блядь, одноклеточный, сука. Да, надо было все-таки отступить. Это было более благоразумно в данной ситуации.
Сраный БМ, блядь. Тоже. Ну, хотя не, Син больше гнида, чем БМ. Син это вообще. Даже коты. И то не такие противные, как Сины. Кота пытаются убивать. Тебя ебать! Да, ты мне сейчас опять отпиздит, сука! Ёбаный ты нахуй! Сука, банку жрать. Да, ёбаная. Саны форс. Протердорили, конечно, сильно. Сука, блядь. Блять, уже бегут. Подожди, элитка на нашей базе? Не, показалось. Ну, собственно, я думаю, с лесом все. Давайте еще зайдем на пляж. И мы что-нибудь там интересненькое сделаем. Вот такие вот пироги. Быстро фраки легко прошли, собственно. Обычно, когда я их так делаю, то я обычно ночью делаю, и там народу поменьше. Хотя тоже, когда как бывает. Вечером народу много, но вечером толпа на толпу обычно. Но синих всегда меньше, красных всегда больше. Обычно больше. И очень часто бывает такое, что ты на канале против целой толпы там. Но здесь это сделать несложно. В любом случае, хоть толпа, хоть не толпа. Ну, конечно. О, ЛСМ. А мы любим ЛСМов. 13 тысяч КП, ну это... Как бы... мало. Блять, это тот самый КФМ, что ли?
Сэфу. Тихо. Фу, что-то пиздит меня. Хуйло. Блять, сука, я сейчас приду за ним, нахуй. Ёбаный выродок, сука. Блять, ненавижу. Какого хуя он меня убил, блять? А все потому, что, сука, чи не было, блять. Что-то ёбаная лаба, нахуй. Пиздец. Собака ёбаная, нахуй. Давай грузись быстрее, блять, пока он не убежал. Где он? Пидорас тупой. Смотри нахуй на это. Блять, он издевается надо мной. Ёбаный выродок, сука. Пидорас. Сука, станы его ебучие, это пиздец. Просто ебёт и ебёт, нахуй. Надо с табом аккуратнее. Гандон. Вублиданский. Да ты заебала нахуй! Саная рыба, блядь. Сука. Одноклеточная, блядь. Не, ну что-то я КФМа, да, недооценил. Я не думал, что он... прям такой мощный окажется. Обычно КФМ они отсасывают быстро. Бля, до КФМ, ёбаный. А, он опять пришел? Ах ты, блядь. Нет, ты меня так не нагнешь. Если с котом. Сука, блядь, кот сагрится на меня. Ебаный кот. Жаль, попасть в ХП. Ведь кот тоже много ХП, не убью быстро его. Бля, так ушел. А, красава. Сось.
так вот надо, блин. Не кидараться. А, бежит, бежит, хуйло. Это блядок ёбаный. Скачешь, блядь? Петушара вонючая. Главное этап не проебывать. Сберем еще одну. Снова прибежит. Блять, да! Ты посмотри нахуй. А, у меня все в откате. А, у меня все в откате. Блять, флаги ебаные. Все, пизда тебе уже этот. Вот так. Ебна кусок ебаного. Убил бы сразу, если бы меня вот эти все выбили. Так, ладно, надо будет самое хардкорное, когда мы пойдем кристаллы собирать. Этот петушок не успокоится. Так. Так, рыбу я тоже убил. Так, все скиллы у нас в откате. Ну что? Сука, ёбаный. Не стану сразу его убивать, потому что тут надо, чтобы чьи и скиллы были готовы. Вдруг нападет. Но! Thank you.
Да. Кто бы нахуй сомневался. Выждал. Пидор. Блять, надо мобов отогреть. Еще. Красава. БМ. Просто супер. Просто супер. Сука ты, уёбок одноклеточный. БМ реально, просто респект куличка. Засейвил мяшку от хуйла. Ёбаный форт нахуй. Сука, как я тебя ненавижу, умри. Еще один нахуй форс. Выкусила чмо. Посмотри, вот смотри на это говно. Пидорасы, сука. Блять, ты нахуй. Выродок. Блять, их уже двое. Входим. Какой хуетой ты меня не убьешь. А, говно. Давай иди сюда, блядь. Сука. Что, ахахахаха, блядь. Чинят, понимаете? Вот объяснение, блядь, тебе. Это интересно. Блять, моб, иди нахуй. Сука ты гнилая, блять. Пидорас, блять. Сука, у хачей даже мобы чмо. Где он, блять? Я хочу ему сделать... А, он... Там. Сюрприз, мазафака. Блять, только сейчас ты туда на меня. Видите? Просто по голове, блять, по петушиной. Ладно, я думаю... Слушай, эти поцы тоже что ли этого ФМа жди? Ладно, я думаю, на этом хватит, в принципе. О, там какой-то пидор смеет ящики собирать.
Ему никто не разрешал собирать ящики. Двое. Да, блядь. Куда ты побежал? Сука. Блять. А, я еще не дособрал. Вот я вот. Иди в десктоп. Хотел БМа нашего убить, пидорас. Куда нахуй? Нахуй. Ага, летит, да? Петух. Ну что, блядь, она делает? Ага, не получилось. Что это? Одноклеточный вектор. Вот, а вы думали, что на пляже не бывает весело, а на пляже бывает весело. Жалко, что здесь нет квеста 10 на 10. Там было бы мое любимое место. Смотри, ФПМ с душой. ФПМ, блядь. Сука, разрешил бегать с душой. 3 души лучше, чем я. Согласитесь? Иди нахуй, ебаный мир. Вот. Снова прохождение древней гробницы, я думаю. Вряд ли очень интересное. Поэтому это все, думаю. Ну, кстати, пока вообще не закончил, покажу свои ПВЕ скиллы и объясню, почему я делаю именно так, а не иначе. Если вы играете за Лосема,
Видите, вот эти первые скиллы, вот этот лидер, он не нужен в PvP. Смысла с него нет. То же самое рассечение. Оно жрет чи, и как бы толку с него особо... Вы все равно им не бьете в PvP. Нам нужен выпад, обязательно. Чтобы стойку вставал. Потом, нам обязательно нужен блик. Блик на 3 на 2, как бы разница только в зоне поражения, но, собственно, это не важно особо. Блик поэтому на 2 очка качаем. Этот блик, который бьет автоматически, он не такой мощный. Но если вы не уверены в себе, то вы можете ставить вот этот блик. Он бьет как бы автонаводкой. Потом у нас идет мельница. Мельница идет по крайней правой ветке, чтобы нас нельзя было застанить. Ну, труднее было застанить. Понятно, само собой, избавление. Избавление есть несколько вариантов. Оглушение, отталкивание врагов, чтобы враг разлетался. Я ставлю избавление с оглушением, чтобы можно было сразу взять его в комбо. Тоже очень плохая штука. Потом у нас идет бросок клинка. Можно поставить легендарный бросок клинка, но он как бы такой. Я не привык им пользоваться, но вы можете поставить легендарный. Рывок, поскольку раньше легендарный рывок давал рывок с виду, сейчас он этого не дает. Смысла с него нет, поэтому ставим так. Поглощение чи... Ну, на 3 ветки достаточно. Легендарный можно, но как бы это опять же лишние очки. Смысла с него особого нет. Более клинков. Это самое важное. Очень часто не хватает чи в PvP. Чтобы хватало чи, используем более клинков. Легендарная более клинков и денег нам чи. Очень удобно. Щит можно ставить, если у вас есть тень. Без тени щит ставить не стоит. Ну, режущий клинок, это понятно, само собой. Раньше он был сразу подбрасывал, сейчас немножко потруднее, но в принципе тоже нормальный. Ну и удар лунного ветра. Все, собственно, оптимальная по очкам расстановка скиллов. Единственное, что когда будет тень, я поставлю вот вместо этого вот так вот поставлю. Или даже не так, а вот так. Потому что щит, в принципе, хватит и этого щита. Тут как бы... 10 хп реген, ну это... Ну не особо критично. То есть, у меня будет появиться 2 свободных очка в PvP. Что как бы тоже плюс. А в PvE я тоже использую этот скилл, потому что он на мобах регенит чи и постоянно бьешь по КД. Так, теперь касательно PvE скиллов. Мельницу оставляю так же, поскольку мы меняем мельницу только в лабе и в еде. Ну там где надо много урона выдерживать. Избавление тут тоже без изменений. Убираем вот это. Убираем над это, вот это один. Полностью убираем вот это. Это меняем вот на эту ветку. А сюда ставим ветер почти полную и рассечение посредине. Все, PvE скиллы готовы. Вот. Такие пироги. Будет тень, конечно же. Почему, опять же, не хочу я на Китай? Ну, во-первых, на Китае, как бы, пока я там нафармлю на нормальный себе квит. Даже если нафармлю, там пинг плохой, там PvP как такового мне не будет все равно. А здесь PvP, здесь весело, вот видите. Ссаный. О боже мой, как его КФМ на меня тут наезжал. Точнее, я на него наехал, но было весело. А на Китае такого нет. Это как бы все. Ну, в общем, всем пока. Подписывайтесь на канал. С вами был Некпун. Всем до новых встреч.